Вы видели наше детище, которое стало трендом Hilly Russia. На этой выставке мы впервые представили мировому сообществу, скажем так, это мировая премьера на MAX 2017 аппарата, амфибию, то есть мини-джипа, скажем так, который может выполнять задачи, которые написаны в его названии. Борт расшифровывается «Беголет оперативной разведки трех стихий». Соответственно, он может передвигаться как по снегу, по льду, по воде, на электроколесах, по земле, как джип, и летать по воздуху с мягким крылом. Общая дистанция передвижения по земле на электротяге, в зависимости от аккумулятора, в среднем до 100 км. По воздуху порядка 300 км. Вес аппарата пустой 300 кг. И 300 кг он может взять за счет, ну, в воздухе и передвигаться по земле, дополнительной коммерческой нагрузки. Это обеспечивается низкой нагрузкой на крыло. И, соответственно, у нас есть возможность взлета и посадки благодаря этому с ограниченного участка. Это очень важно и связано именно с тем, что оказание и выполнение оперативных задач, которые сейчас были, в связи с затоплением, наводнениями, чрезвычайными ситуациями, например, те же в Турции сейчас землетрясения, на обычных вертолетах и машинах не подъедешь. Кое-где там есть камни, где-то грязь, где-то нужно пролететь расстояние, а чтобы в комплексно оказать помощь и вытащить из завала человека, ну, очень сложно на большой технике это сделать быстро. Соответственно, возникла вот идея создания такого аппарата. Широкий интерес его еще и проявлен тем, что аппаратом заинтересовались как и службы МВД, военные, так и обычные охотники и ребята с экстремальным стилем поведения и жанром жизни. Они, наверное, их большее количество, потому что мы получили огромное количество заказов потенциальных. И вчера была первая в истории, наверное, в мировой истории, наверное, заключена сделка, соглашение о намерении, приобретение на МАКС 2019, который будет проходить в Жуковском, я надеюсь, особой серии беголетов в размере 50 штук, которые будут выполнять логистику и безопасность на авиасалоне в Жуковском МАКС 2019.